я хочу нашим телезрителям представить великолепную мультиварку Scarlett, где 10 программ. Посмотрите, какой красивый дизайн. И я попрошу, пожалуйста, нашего оператора, показав вот этот красивый дизайн, посмотрите меню на русском языке. 10 встроенных программ и, конечно же, рисунок, уникальный рисунок. Да, друзья, при этом две расцветки, вот этот мягкие розовые цветочки есть и есть стилизованная под гжель, друзья. Вот она у Олега. Совершенно. Мне нравится, на крышке написано «Готовим с удовольствием». Готовим с удовольствием. Кстати, я сейчас использую красивый тоже цвет под рисунок под названием «Гжель», дорогие телезрители. Посмотрите, какой соус. Какой сказочный соус. У нас, кстати, в ресторане говорит, какое сказочное блюдо. Я специально сейчас беру, вот ты знаешь, я даже, смотрите, не взял специально, не взял никакого ножа, не взял даже вилку. Класс. Посмотрите, какие кусочки. Это говядина, которая разваливается. Ты знаешь, я тебе скажу, как профессиональный повар, у вас в духовке и у тебя, Оль, никогда не получится. Она у меня сухая получается. Я объясню, потому что духовка просто, она жарит, у нее нет эффекта томления, а здесь гарантированный результат, дорогие телезрители. Мультиварка Scarlett, где 10 программ. Слушайте, я не знаю, мы должны показать дальше. Ты знаешь, я хотел показать нашим телезрителям дальше и показать, что я одновременно приготовил сразу, внимание, два блюда, дорогие телезрители, два блюда одновременно. То есть на верхнем ярусе я приготовил рыбу на пару. А теперь взгляните, пожалуйста, вовнутрь чаши с антипригарным покрытием. Здесь у меня приготовлена прекрасная, конечно же, картошка с мясом. Извините, пожалуйста, что я выкладываю, конечно же, к рыбе, но посмотрите, то есть гарантированный результат. Вверху мы готовили рыбу, внизу... Олег, да. А самое главное, это в два раза меньше времени. Конечно, надо, конечно же, Олечка, совершенно верно. Еще раз напоминаю, чаша объемом 4 литра справляется легко с этим, дорогие друзья. Но это ведь не все, Олег. Да, что конечно. Она еще умеет? Ты знаешь, Оля, я знаю, ты выпечку у нас любишь, что-то сладенькое. Обожаю. Ой, горячее, слушай, не обжечь. Итак, дорогие друзья, запеканка, пудинг, класс. Прекрасный пудинг или запеканка, а или можно? Шарлотка, хлеб, специально функция хлеб приготовления. Даже? Да, я ставлю сюда. Слушай, вот а еще ты знаешь, моя показываю. Мама мечтает о хлебопечи. Ой, но зачем? Она одна, стоит несколько тысяч рублей, да. Но при этом она не умеет мясо варить. Нет, она мясо не умеет. Зачем маме? Вот я тебе совет даю. Пусть мама, подари маме вот этот прекрасный подарок. Мама кстати, будет идея. Довольна. Кстати, это совершенно верно. А теперь смотрите, еще раз вам доказываю, что сверху мы готовим перцы, а внизу я специально интригу не рассказываю, что у нас внизу, дорогие телезрители. Приготовили сверху одно блюдо, второе открываем. Олег, резонный вопрос, а вот эта поверхность, на которой ты готовила, она в комплекте? Конечно же, дорогие телезрители, она входит в комплект, уважаемые телезрители. Конечно, Оля, ты правильно, вот ты держишь это. Я нашла, друзья, посмотрите, вместе с мультиваркой вы, получается, еще и дополнение имеете. Посмотрите, да. Вот он верхний. Ага, а, вот сейчас он. Да, чуть-чуть попозже так, мы вам смотри. Покажем. То есть, подожди, Олечка, я еще раз скажу. Внизу мы приготовили соус овощной, сверху мы приготовили прекрасные перцы. Оля, ты правильно держишь. Взгляни, пожалуйста. Это второй ярус, который идет в комплект. В комплект ложка входит. Лопатчик и мерный, такой. Да, и мерный стаканчик. Вот он второй ярус, на котором мы готовим второе блюдо. Друзья, готовьте с комфортом. Действительно, все, что вам нужно, уже здесь есть. Главное, успейте заказать. А знаете, что самое приятное? Ничего не нужно докупать и никаких дополнительных совершенно доплат. Верно. Итак, тем более, я рекомендую брать две и бесплатно. Итак, совершенно получите. Верно. Оля, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, я здесь приготовил прекрасное мясо на пару. Вот оно у меня даже развалилось горячее. В качестве доказательства, смотрите, здесь мы приготовили мясо. Угу. Казалось бы, готовое блюдо. А теперь, смотрите, я здесь снимаю. У меня готовые макароны. Смотрите, класс. Я сейчас выкладываю это сюда. То есть готовых два решения. Два одновременно блюда мы приготовили. Ты представляешь, Оля, как выгодно. То есть хотите готовить? Да легко. Ох. А я решила украсить немножко. Да. Опа! Совершенно вот, друзья, верно. Действительно, готовьте с удовольствием, друзья. И, кстати, если у вас, допустим, не найдется каких-то идей, если вы уже приготовите с помощью этой мультиварки все, что совершенно. Вы умеете, то, друзья, есть, конечно же, в комплекте еще и вот такая брошюра, там огромное книга количество рецептов. Рецептов. Совершенно верно. Теперь приготовление творога, приготовление йогурта. Слушайте, домашний йогурт, это теперь не проблема. Ни всяких пестицидов и нитратов, и непонятно каких добавок. Вот оно, натуральное хозяйство у вас дома.